Чемпіонат з дзюдо. Дитяча ліга. Спортивний клуб «Європа». Трансляція здійснюється за підтримки благодійного фонду Андрія Азарова. Чемпіонат з дзюдо. Дитяча ліга. Спортивний клуб «Європа». Трансляція здійснюється за підтримки благодійного фонду Андрія Азарова. Доброго дня, дорогі співвітчизники, телеглядачі. Ми ведемо свій коментарі з відкритої ліги дзюдо, дитячої ліги дзюдо. Ми у залі спортивного клубу «Дзюдо Європа», а зі мною головний тренер і керівник клубу Костянтин Костянтинович Сховрибашвілі. Доброго дня, Костянтин. Здравствуйте. Сьогодні перший тур дитячої ліги «Дзюдо» спортивного клубу «Європа», де зустрічається 7 команд клубу «Європа». Це команди Греція, Болгарія, Сербія, Хорватія, команда Росії, Болгарії і України, також команда Франції. Хочу напомнити, що в прошлом году победителем детской ліги дзюдо прошлого сезону стала команда Україна. В связи з тим, що в этом году на один год учасники младше. В этом году участвует 98-й год рождения и младше, включая 2003 год рождения. В данный момент проходит первая полуфинальная встреча среди команд Украина и Россия. В упорной борьбе предыдущей схватки команда Россия выиграла у команды Сербии. И команда Хорватии проиграла команде Украины. Это две команды, которые вышли в первый полуфинал. Во второй подгруппе команда Франции встречалась с командой Греции. В этой упорной борьбе со счетом 5-4 победила команда Греции и вышла в полуфинал. Команда Болгарии была уже в полуфинале. Мы ждем, что в следующей полуфинальной встрече будет тоже очень интересная борьба. Команда Болгарии сегодня в самом сильном своем составе находится. Фактически все спортсмены прошлого года перешли в сезон 2010 года. Сегодня мы бачили багато спарингів, які дійсно показали високий рівень майстерності українських спортсменів. Що ви можете сказати взагалі про рівень спортсменів цього клубу і чи він змінився з сезону 2009 року? Ну, ви знаєте, по першій зустрічі, по этой схватке, где только что одержал первую победу Никита Благолобородько, мы уже наблюдаем, что броски достаточно сложные, очень сложные броски и борьба бескомпромиссная. Следующий вес готовится 46 килограмм. Были проведены два броска из группы взрослого дзюдо. Это броски
Вы знаете, вот команда Болгарии, например, имеет название Болгария, потому что в этой стране культивируется дзюдо с преимущественно силовым дзюдо, а именно броски мельницы, броски боковые перевороты, всевозможные броски с плотными захватами. Эта техника доминирует именно в Болгарии, в Турции, у спортсменов Грузии, Азербайджана фактически идентичная техника, так называемая азиатская школа. И сейчас очень красивую подсечку боковую Дэша Бурая выполнил Андрей Жолкин и тоже повел в этой встрече. Команда Греции сформировалась недавно. В этой команде
Общий счет. 38 килограмм. Юбов Эльмир. Общий счет встречи 3-1. Эффектнейшим броском победил представитель команды. Вес 42 килограмма. Команды Хорватии. Очень скользкий счет. 3-2. Каждая встреча несет очень большую ответственность. Вот мы видим, как расстроился спортсмен из команды Греция. Оучигари именно этот бросок пытался только что проводить спортсмен с желтым поясом. Контрбросок Олега Евтихевича, и Олег Евтихевич
Итак, счет 3-3, решающая встреча. Кто победит в этой встрече, станет обладателем Кубка детской лиги дзюдо 2010 года.